Ну, как туристы запросто, потому что у нас интересного много. А как жить? Смотря кто и куда. И как? В город или, например? Ну, деревня, конечно. Ну, в пригород. Неплохо у нас в пригород. Вот, например, в Энгельс вообще красота. Чище нас в 1000 раз. Да у нас театры прекрасные. Один тюз чего стоит. Вот. А потом, ну разве мало у нас мест? Ко мне приезжали с Украины, я их повезла на приземление Гагарина. Мелочь, но приятно, потому что такого больше нигде нет в России, правильно? У нас много интересных мест. Проспект Кирова, в частности, набережная. Много монастырей. Мы недавно ездили с детьми на экскурсию, очень интересные монастыри. Мужской и женский. Много церквей, соборов. Так что я советую. С точки зрения проживания, здесь тихий городок. Не такой громкий, но нормальная жизнь здесь. Так что можно посоветовать. Грязный у нас Саратов очень. Как сюда приглашать? Очень грязный.